Сессию открыл отчет главы о проделанной работе. Также был заслужен отчет об исполнении бюджета. Принята к сведению информация об исполнении решений Совета по программе благоустройства города и выполнению программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Нам по кооперативу 1 работы земные проводятся по парке фундамента. Подрядчик заявляет, что объект вот сдан в срок. Значит, по домам на улице Сахарова и на улице Сосновой переулок разрешение пока на следующее время на строительство подрядчика не получится. Также в этот день был выбран первый заместитель главы администрации. Им стал Алексей Израловский. Его кандидатуру предложил глава города. В администрации Алексей Викторович работает с 2006 года. Возглавляет финансово-экономический отдел. Последний вопрос сессии – досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования город Великий Устюг Федора Хабарова. Перед началом голосования Федор Михайлович заявил, что решение об отставке не является добровольным. Но от дальнейших комментариев отказался. Итоги тайного голосования следующие. Выдано 16 бюллетеней. При вскрытии урны оказалось 16 бюллетеней. Действительно, 16. Испорченных нет. Результаты голосования за отставку 3, против 6, воздержалось 7. Значит, решение не принято. Отставка главы не принята. Теперь Федор Михайлович в течение 14 дней должен самостоятельно принять решение. Либо он остается на посту главы города, либо покидает его. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.